к охуенным новостям. Я все-таки вышел на улицу. Вторая охуительная новость. Я побрился, как лишайный бомж теперь. Не просто заросший, а лишайный бомж. Кусками прям. И третья. У нас хуадон. Что такое хуадон? Это своего рода ярмарка на территории театра. Пошли, сделаем обзор всей этой хуйни и, естественно, все вам покажем. Пошли, мои хорошие. Пошли, котики мои любимые. Что тут, нахуй? Кокосы и арбузы. Ебать, лицом арбузы. Я не ожидал, мать, я не ожидал, у арбуза лицо есть. Дальше, мать жарит курочку. Гуда, да? Говорит, very good, прикиньте. Я не ожидал такой хуйни, что все прям very good. О, вот это красиво. Без понятия, что это за хуйня, но такой, знаете, вот элементы декора, эстетик. Обожаю такую штучку. Мать, ты красивая, пизде. Ага, привет. Пошли дальше. Так, здесь какие-то штуки. Ага. Хот-доги. Хот-доги? Ебать, брат. А я только поел, я понял, спасибо. Так, бамбуковые. А, я понял. Сюда сок наливают тебе и добавляют всякие штучки. Это прямо с бамбука чашечки, прикиньте. Прямо из бамбука. Я понял, Настя. Я понял.